Здорово, мой друг! А сегодня у нас будет вот таких вот два замечательных хот-дога. Я думаю, тебе понравится. А если я прав, то это круто. И как назло, звонит кто-то по вайберу. Первый хот-дог у нас с курочкой написано 100%. А здесь яловочина. Написано какая-то акция, только ни хрена это не акция. Стоит больше 1 бакса. Дата 27 листопада 2020 года. Кто знает украинский, переведет. 7 дней он должен быть живым. А сколько в магазине был, я так и не понял. Это у нас зубочистка. Так, давайте распакуем. Хорошо, что вот в таких вот новых пачках. И, друзья, как всегда, здесь наша любимая муха. Когда я уже от нее избавлюсь? Сколько можно издеваться? Так, он у нас какой-то, друзья. Не знаю. Вроде бы пахнет нормально, но что-то какой-то он стрёмный. Тут какие-то эти валяются непонятные мне фишки. Вот фабрика упаковки, есть даже номер. Опять какая-то штука. То ли это стикер, чтоб он не разваливался, то ли что это за фигня какая-то. Смотри, плесень пошла. Дальше, что тут у нас? Тут тоже плесень пошла. Ля, ля, какая красота, ничего себе. Короче, булка тупо поплыла. Смотри, какой красавчик. Вот такое вот говно нам продают. Ты смотри, блядь, что тут только нету. Офигеть. Ля, какой офигенный бургер. Ладно, друзья, короче, я это раскрывать, наверное, не буду дальше. Не повезло. Капец, я за это говно отдал еще деньги. Второй открываем. Так самое главное, знаешь, булка, блин, нормальная. А вот этот меньше вроде бы как поплыл. А, хотя нет, тут еще тоже еще хуже. О, он вообще разваливается. О, прикольно. Ну что, пора прощаться. Следующий ролик уже совсем скоро. Сейчас самое время спуститься и почитать комментарии. Кто не поставил колокольчик и не включил уведомления, может остаться без нового ролика. Я предупредил. Пока.